Вот, распечатали мы вещички, достали все из пакетиков. Швы все очень качественно, нитки нигде не торчат, запаха никакого нет. Мы всегда берем на размер побольше, так как вещички с начесом, они дают немножко усядку. Как бы об этом всегда продавец предупреждает. Поэтому, я думаю, нам будет нормально. Мы еще, конечно, немножко на вырост берем. Так, колодки мы тоже распечатали. Вот эти вот на ножках, как бы очень хорошие штучки. Резиновые на ощупь. То есть, мне кажется, ребеночек будет бегать и не будет скользить на полах, особенно на линолеуме. То есть, это очень хорошо. Носочки тоже тепленькие. Ну, вот эти мы потоньше взяли. Вот эти вот теплые тоже. С такими штучками на ножках, на всех носочках. И нитки нигде не торчат. То есть качественная работа. Хорошо очень будет. Да. Так что мы очень рекомендуем сайт «Заказ Мама». Нас уже в третий раз радуют качественными вещами. Да. Будем заказывать еще. Да, зайчик? На ощупь нам тоже всегда нравится ткань. И расцветки очень хорошие. Можно сказать, даже и не повторяются практически. Все, большое спасибо операторам, которые всегда перезванивают, уточняют заказ. Мы изначально заказывали колготок 10, но так как мы забрали последние, мы с оператором изменили цифру на 6. И мне очень понравилось. Все.